размер маловат. Чуть палец не поранил свой. Стекла битого. Дай боже. Металлолом. Как в детстве. Вместе дружно мы нашли вот эту медь. Это надо забрать. Вместе дружно мы на слом соберем металлолом. Вот такие вот дела. Интересные штуки валяются. Медь здесь. Черные металлы разные и медные компоненты, цветные, и люди цветные, и черные, и белые, и красные. Сейчас. Всем привет! Вы на телеканале Старик и Море. Думал зазвенит. В общем, вы на канале Старик и Море. И с вами я, Роберт. Ой, то есть Серега. Путаюсь уже. Как бы не прилипло, Роберт. И снова я на помойке. Передаю привет химрезерву. Химрезерву и охотнику Тому. По просьбе. По ихней просьбе. В общем, такие дела. Попал я случайно на помойку. Мимо шел, думаю, зайду. Посмотрю, не появились ли новые товары. Товары есть, это радует. Значит, что? Жизнь, как говорится, продолжается. Еще не знаю, кому может будет приятно видеть, когда я лезу в карман. Чем этот день отличается от всех предыдущих дней? Тем, что я лезу в карман, а в кармане двухсотка. Леся, ты, как там говорят, да? Ну ладно, сейчас не об этом. В общем, сегодня я за один день попытаюсь записать видео. Вы, как уже поняли, я уже сегодня заработал 200 гривен. Попытаюсь сегодня за один день записать видео. Показать, как можно продуктивно провести лоботрясный образ жизни. Не работая, я имею в виду. Ну, вообще, как бы, знаете, санитары леса. Не переключайтесь, подписывайтесь. Переходите по ссылке. Есть. Перейти по ссылке, там еще у меня есть брат старший. Думаю, так и быть, у него подписчиков не так много, как у меня. Не так много, как у меня. Ну да не об этом. Короче говоря, смотрим, что будет. Сейчас я иду, знаете, куда? Иду сейчас на заработки. Тетенька там попросила малину обрезать. Пойду я там, не знаю, что там ей надо. Потом по плану вернуться. О, кастрюля еще лежит. О, добра тут полно. Он велосипед. Потом еще вернусь. Схожу домой за коляской.
и вернусь в этот супермаркет, нагребу металла. Скину, так скажем, скинем в общую кучу. Что с этого получится? Блин, этот день точно надо отметить в календаре. В общем-то, не удержался и зашел дальше вглубь сюда, в мусорку. На свалку. И что я вижу, блин, вообще тут медяхи, полные карманы. На секундочку, блин, на приемке килограмм меди стоит 230 гривен. А 230 гривен, это на секундочку, это 5 долларов. А 5 долларов, это ого-го, 5 долларов. За 5 долларов можно разжиться. Нормально разжиться можно на 5 долларов. В общем, включаем музыку. Что музыку сейчас покажу, показываю. В общем, зашел я вот так на мусорку. Иду, 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 гляжу, гляжу. Опа! Смотрю. Провода. Медяха, он чайник. 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 А вон, что дальше? Вон туда, смотрите, за моим пальцем. Сейчас я попробую туда спуститься. Если, конечно, получится у меня. Это дело очень опасное. Если честно. Не, музыка, вот, включаем музыку. Приемник, нифига себе. Реально. Децибелы. Громкость включаем, это радюха. Приемник. Автомобильный, я так понимаю. Мегагерцы. Перчатки бы, конечно, бы одеть бы. Для этого дела. Сейчас я это припрячу и пойду дальше. В общем, тут еще рыться и рыться, как навозный жук могу пройтись по помойкам всей страны. Да, да что уж там, какой страны, всего мира, всего мира, помойки всего мира ждут меня. Ах, кирпич вижу. Эх, схвачусь за кирпич и поднимусь вверх, если смогу. Жуть какая. Ух! Жестяк. Не, приемник я, наверное, даже с собой возьму. Будет это. Несерьезно будет его. Он тяжелый такой. Там веса в нем. А он еще может даже, ну, короче, кнопки, может рабочие, может не рабочие, нажимаю, но не нажимается. Крутилочки работают, крутятся. Шипит, не переключайтесь. Нет, ну это реально какое-то напастье, вот это когда собираешься снимать одно, а идешь, короче, и видишь, что реально нереальные вещи валяются. Я тут вроде бы в этих кустах вот недавно снимал видео. Буквально пару дней назад. Тут проехался трактор, видите? Трактор все вспахал. И тут я себе иду такой, ну... Короче, блин, реально всплыл металл. А стране нужен металл, да. Иду, иду, иду. Опа, кусок арматуры. Реально полкило. 2 гривны. Почему бы их себе не присвоить? Реальный кусок. Идем дальше. В общем, вот я прошел малина. Вот видите, она такая вот заросшая, загнутая. Мне ее надо где-то вот так приблизительно. Наверное, вот так покоцать. Покоцаю. Клацаю вот так. Покоцаю. И в кучку, видите, я уже немного накоцал. Нарезал. Это секатор называется, кто не знал. Секатором. Посекирую ее. Секира. И готово. Такой вот денечек насыщенный обещает быть. Но на секундочку уже
О, муха прилетела. Уже где-то 2 часа дня. Ну, может быть, полвторого там. Ну, около того, около обеда. Пора обедать, а Сережа все работает и работает. Работает, трудится, как пчела. Аж жужжу. Ну, в общем, не знаю, сколько мне времени это заняло. Ну, я закончил. Вон получилась какая куча. Здоровенная. Вот такая здоровенная куча отходов. Малина вся порезана. То есть покосана. И вот так вот мне мысль пришла. В процессе всего этого дела. Думаю теперь. Надо эта малина или нет, если ее каждый вот так надо обрезать. Целый час вот эту вот такую кучки такую уделять. Чтоб потом, блин, каких-то 3-3-литровых бутыля собрать. Вот это вот. Не знаю. Не знаю, ну не знаю. Надо, но не надо. Пишите в комментариях, пожалуйста, не забывайте за комментарии, за лайки и за подписку тоже. Ну что ж, работу сделал, 50 гривен заработал, плюс бонус, капуста и там угощения всякие, сейчас до дома приду, покажу, что за угощение. В общем, спасибо тетеньке, спасибо, что есть такие люди, которые готовят вкусно, что малина у них растет, что, короче, в общем, нормальная тема, малиновая. Ягода малина летом в гости назвала. Так, ну, в общем, пришел я до дома. Там камеру не включал, в общем, вот. Вот она, моя общая куча. Чуть-чуть металла еще по пути собрал. Радейку надо будет разобрать, посмотреть, что там внутри по медяхе. Вот еще такая штука. Ну и вот такой сюрприз. Сейчас посмотрим, что в пакете интересного. Пакет. В пакете капуста. Чтобы было не пусто. И вот пирожочки. 4 пирожочки. И 2 бисквитных. 2 бисквитных кусочка. Да? 2? 2 или 3, ну, в общем, бисквитные кусочки, такие вот угощения. И если честно, уже 4:30 вечера, да, ну, в общем, начало 5:00. Сейчас я подсобираю немножко это видео, что насобирал, ну, в общем, наснимал сегодня, что-то я как-то устал, немного вылежу, но извините меня за это. И это самое. Посмотрю, сколько по времени получается. И если сильно много, больше 13 минут, то до этого мы будем прощаться. И на свалку, на мусорку за тем металлом я уже... Вот, то есть вы уже увидите, как я пойду в следующем видео. Да, в следующем видео. В следующем видео вы увидите. Я извиняюсь. Ел? Да не доел. Не могу поднять ногу, ни ногу, ни ногу. Ладно. Как-то некрасиво, некультурно получается. Может быть, не все едят. И не всем я могу пожелать приятного аппетита. Но вы это поняли это еще несколько секунд назад. А я только сейчас это понял. Ну, потому что просмотрел. В общем, время нам прощаться. Повторюсь, подпишитесь, пожалуйста. Если хотите, подпишитесь. Если не хотите, ну, комментарий хотя бы напишите. Всем пока и приятного аппетита. Пирожки зачетные. Огонь.